Муниципальные служащие уже выявили лучших в дарте, армрестлинге, кёрлинге, шахматах и ряде других спортивных состязаниях. 11 марта – очередь плавания. В плане турнира два вида состязаний – личные зачеты и эстафета. Девчонки, слушайте. Сейчас договариваться. Вначале не торопитесь. Первые несколько взмахов сделайте на технику, чтобы войти в ритм. Раз, два, три, четыре. Андрей Земляков, специалист управления архитектуры администрации Армавира. В студенческие годы занимался плаванием и надеется, что его советы команде «Лидер» помогут не упустить победу. Я немножко теорию знаю, всем рассказал основные принципы, как вести себя в воде. Надеюсь, что сотрудники тоже выступят достойно, и мы будем первыми. Эстафету по плаванию организаторы провели в смешанном составе. На дистанции и мужчины, и женщины. Надежда Андреева представляет команду «Прогресс». Она, как главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Армавира, старается не пропускать ни одной спартакиады. Это интересно и это нужно. Ну, наш век, то есть это работа, это суета. Нам бывает некогда заниматься спортом, а вот это подстегивает. Как я отношусь к спорту? Ну, я бывшая спортсменка. Когда-то молодость занималась волейбол, баскетбол, плавание вообще я тоже люблю. И при удобном случае я стараюсь, конечно, в бассейн, вот если куда-то выезжаю, где-то есть бассейн, и это, ну, это здорово. В личных зачетах соревнования прошли в разных стилях плавания. По итогам лучшей стала сборная «Спецназ». На втором месте команда «Море Лаптевых», на третьем – «Лидер». Сотрудникам администрации предстоит пройти еще два турнира – настольный теннис и волейбол. Их результаты станут решающими. Спартакиада органов администрации является первым этапом перед началом спартакиады всекубанской трудящихся. Сотрудники органов администрации, они в качестве своего примера личного первыми открывают данное направление в соревновательной деятельности. Все-таки спортом надо заниматься, спорту надо уделять время, потому что спорт это не только хорошее времяпроведение, но самое главное, спорт дает один из самых главных качеств жизни – это здоровье. Отборочные этапы сейчас проходят в 15 предприятиях Армавира. Каждая организация составит свою сборную для участия в муниципальной спартакиаде. Назначена она на конец апреля. После будет сформирована лучшая городская команда, которая в начале мая будет отстаивать честь Армавира уже на всекубанской спартакиаде трудящихся. Пройдет финал в краевой столице. Ирина Рухлядко, Максим Котов. Служба информации канала РЕН-ТВ. Армавир.